Лобода впервые рассказала о возлюбленном миллиардере. Светлана Лобода до сих пор скрывает имя своего возлюбленного. Однако певица с удовольствием рассказывает подробности своих отношений. Известно, что он гораздо старше ее и постоянно проживает в Европе. Пользователи сети предполагают, что речь идет об армянском миллиардере. Достаточно вспомнить, кто помог организовать день рождения Лободы в Дубае. Речь идет о 50-летнем короле дьюти-фри Артуре Гранце. Лобода утверждает, что серьезно настроена и часто уступает любимому. Но Гранце не вполне устраивает ее плотный гастрольный график. Живя в Европе, пара ни от кого не скрывается и ведет обычную жизнь. А как вы думаете, закончатся ли эти отношения свадьбой?